Приветствую, дорогой зритель! Сегодня речь пойдет о предмете, без которого уж точно не обойтись в современном мире. И это не интернет или компьютер, как можно подумать поначалу. Мы говорим о холодильнике. Ведь без него не представляется полноценная жизнь в квартире. В этом ролике вы узнаете о 5 лучших холодильниках до 25 тысяч рублей. Несмотря на заготовленный нами топ, вы всегда должны самостоятельно ориентироваться на определенные критерии при выборе холодильника. А именно, габариты. Для каждой кухни необходимо подбирать, так скажем, свой холодильник, который точно поместится в остальной гарнитур. Полезный объем. Простыми словами, это количество еды, которую вы сможете запихать внутрь, поэтому здесь уже стоит исходить из размера вашей семьи. Компрессоры. Они бывают инверторные и линейные. Линейные – это те, что поработают несколько часов, а потом отключаются. Поэтому лучше выбирать более современные инверторные, которые поддерживают определенную температуру и меньше шумят. Класс энергопотребления. Как и с любой другой техникой, здесь стоит выбирать классы А либо Б. И последний критерий – это система заморозки. В большинстве старых моделей используется капельная заморозка, при которой образуется ледяной налет. Для максимального удобства стоит выбирать холодильники системы No Frost, то есть поддержкой сухого микроклимата и отсутствием образования наледи. Это основные критерии выбора современного холодильника. Остальное – дело вкуса. Ну а теперь перейдем к нашему топу. Пятое место занимает довольно популярный бренд холодильников на российском рынке – Атлант. Аппарат рассчитан на использование при температуре окружающей среды от 16 до 32 градусов. Присутствует наличие системы Fresh, которая создает разные климатические зоны в диапазоне от минус 18 до плюс 10 градусов Цельсия внутри самого холодильника. Природная циркуляция воздуха и влаги защищает продукты от сушки. Это своего рода бюджетная версия No Frost. Зато это явно лучше, чем у других конкурентов в этой ценовой категории. Что же касается наледи, то она копит и отправляется в специальную емкость, где впоследствии испаряется. Огромным плюсом можно считать довольно низкий шум для линейного компрессора, не более 41 дБ. Общий полезный объем камер 280 литров, что довольно-таки маловато для большой семьи, но при этом радует класс энергопотребления А+. Как бюджетный вариант, Атлант действительно круче всех, расстраивает лишь отсутствие каких-либо интересных функций. На четвертом месте располагается модель Tendezit, единственный минус которой – это класс энергопотребления А, так как существуют конкуренты с классами А+, и выше, например, как предыдущий участник топа. Вместе с тем, аппарат отличается небольшими габаритами основной и морозильной камер. Скорость замораживания составляет 24 кг в час, а это показатель довольно мощной производительности. Общий объем камер составляет 296 литров, из которых 51 литр приходится на морозилку. Этого уже вполне должно хватить как минимум на семью из двух человек, а если вы живете один, что ж, ну, вам повезло. Отдельного внимания заслуживает простое механическое управление. Tendezit славится своей надежностью, поэтому о качестве компрессора, деталях конструкции, контейнерах и регулируемых ножках можете не беспокоиться. У модели имеется в общей сложности 4 регулируемых полки, чего вполне достаточно для комплектации всех необходимых продуктов. Тройку лидеров открывает модель холодильника от отечественного производителя POSIS. Несмотря на российское производство, ребята из POSIS обычно ставят на свои устройства компрессоры лучших брендов, что явно способствует тихой работе, экономичности и высокой надежности. Хотя иногда не будет лишним проверить этот критерий при непосредственной покупке. Дизайн POSIS RK-149 может и не самый изысканный, но вполне достойный. Хотя для любителей чего-то нестандартного, производитель приготовил 7 расцветок холодильника. Это как раз тот момент, когда в дело включается вкус. Морозильная камера по классике располагается снизу, и ее нужно размораживать вручную. Холодильный шкаф работает в автоматическом режиме, по капельной технологии. Полки стеклянные, выдерживают нагрузку до 40 кг. Высота холодильника 196 см. Система циркуляции одноконтурная. Направление открытия дверей при желании можно изменить. Главной особенностью можно считать высокую надежность по доступной цене. Второе место занимает абсолютно строгий холодильник от известного производителя подобной техники. Морозильная камера этого аппарата с объемом в 68 литров располагается снизу. Общий объем при этом составляет 273 литра. Может показаться, что этого мало, но конструкция и внутреннее убранство модели говорят об обратном. Сильной стороной модели, несомненно, является класс энергопотребления А+, а также простое механическое управление. Производитель предоставляет срок гарантии 5 лет, а это автоматически говорит о качественной сборке. Уровень шума составляет всего 42 дБ. К дополнительным плюсам необходимо отнести наличие 4 стеклянных полок, держателей полок и сосуд для овощей. Основным минусом модели можно считать низкую производительность морозильной камеры, но это полностью компенсируется высоким качеством материалов изготовления. Этот аппарат точно проживет более 5 лет.
И первое место безоговорочно занимает холодильник от Bicon. Данная модель является самой доступной из всех холодильников, оснащенных системой No Frost. За подобную цену вы не найдете ему других конкурентов, может, если только среди малоизвестных производителей. Это компактный и в то же время очень вместительный агрегат с антибактериальным покрытием внутреннего пространства. Эта функция не позволит плесени распространяться как на продуктах, так и внутри самого холодильника. Система No Frost работает как в основной, так и в морозильной камерах. Класс энергопотребления, конечно же, А+. Поэтому о высоких расходах электроэнергии можете не беспокоиться. Внутреннее пространство устроено таким образом, что общий полезный объем в 270 литров превращается практически в 350 литров. Ну а некоторые энтузиасты могут, как обычно, впихнуть и все 500 при особом желании. Впрочем, эту модель стоит выбирать тем, кто давно хотел приобрести No Frost по доступной цене. На этом у нас все. Как всегда, надеемся, что вы смогли что-то найти для себя. Если так, то поддержите ролик лайком и спасибо за просмотр. До новых встреч!